Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня я снимаю видео, которое называется «Обычные каникулы». Давайте начинать. Дорогая, вставай. Чё ты спишь? Я хочу еще спать. Давай уже быстрее вставай, там подруга моя пришла. Да не хочу вставать. Ривер, я тебе говорю, вставай. Да не хочу я. Ладно, тогда ты с нами не пойдешь. Хоть лучше бы я осталась с Клаудин на каникулах, чем с тобой. О, с тобой скучно. И встаёшь в 7 утра, спать не даешь. Вообще-то сейчас 11 часов. Мне все равно. Все, я спать. Ладно, ладно. Мы просто собирались там в торговый центр вещички купить. Но если ты не хочешь... Куда-куда пойти? Вы ходили в торговый центр? Я встаю. Сейчас встану. Молодец. Иди на кухню, там готов завтрак. А мне пора к подруге, а то заждалась, наверное. Так, если что, мы уходим из дома. Если хочешь, иди с нами. Ключи от дома я забираю, так что смотри. Ой, надо вставать. Так, ну что ж, я встала, осталось убрать кровать. Ну, что я убрала? Так, что бы одеть сегодня? Штанишки? Сейчас прошу. У Фрэнки. Фрэнки! Чего тебе? Сколько градусов на улице? Что одеть? Ну, где-то плюс 29. А, ура! Можно одеть шортики. Я побежала. Так, у меня шортики где лежат? Здесь нет. Может, здесь... Ой, кровать. Это что? Да, штаны. Правда, не те, которые хотела, но ладно. Сейчас. Фрэнки, а можно твое платье взять и поясок? Да сейчас прям. Ой, пошла за новыми вещами, а старые не носит. Так, это мои штаны. Или юбку. Ой, ладно, одену штаны, а там посмотрим. Ой-ой-ой, а вот и кофточка. Пора переодеваться. Да, честно говоря, какой-то нарядик не очень. Да. Надеюсь, Фрэнки знает, что делать. Фрэнки! Фрэнки, иди сюда. Быстрее. Чего тебе, Ривер? Что, тебе хвостик сделать? Давай. Да какой хвостик? Посмотри, вот по-твоему этот наряд нормальный? Да, какая-то курточка тебе совсем не идет. Не солидно, что ли? Да нет, вот, смотри, все торчит. Ты привыкнешь. Пойдем завтракать, потом переоденешься. Это странная одежда. Ладно, одень юбку, так чтобы тебе штаны не нравятся. Хорошо. Ай, блин, еще ужаснее стало. Да, господи, одень ты хоть что-нибудь уже. Я пошла. Не дай бог, ты придешь и опозоришь меня перед подругой. Только ты выйди там быстрее, а то нам надо, чтобы ты позавтракала. Ай, помогите. Это ужасный наряд. Надо переодеть что-нибудь другое. О, вот это платье попробую. Ой, уронила. Ой. Ай, блин, что-то диван скрипит. Что там, кот, что ли, на диван забрался?
блин, надо переодевать еще это глупое платье. Ай! Так, лучше я одену свою пижаму, пока в ней похожу. Ай! Ай, больно. Ладно, переодеться надо. О, хотя бы в своей пижамке буду ходить, более-менее нормальная одежда. Пойду обувь возьму. Ой. Так, пора идти на кухню. Да, да, да скоро она придет уже, твоя подруга. Ой, да она скоро, да. Кстати, неплохая погодка, да, можно купить что-нибудь новенькое. Я уже здесь! Ой, господи. Ривер, ты хотя бы смотри, куда летишь. И это... Это что это? Это мой завтрак? Я не хочу кашу! Ну, что ты хотела? Фу, не люблю эту кашу, она невкусная. Садись, да. А то нам с Фрэнки надо побыстрее уйти отсюда. Угу, а ты тормозишь. Ну, блин. Давай, давай, иди. Иди, иди. Чаёк. Ой, 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 ох, хорошо. Ой, больше, наверное, есть точно не захочу. Все, Фрэнки, я съела. Не прошло и 5 лет. Отнеси в ванную, ой, в раковину. Не можешь идти по делам. Ура, круто, супер. Угу. Я сказала отнести посуду, а не сломать ее. Ты хотя бы можешь различать слова? Да, конечно же, ой. Конечно же, могу. Сейчас ее отнесу. Ой. Бе, бе, бе. Можно мне пойти с девчонками погулять? Куда ты еще собралась гулять такую рань? Ну, мы хотим погулять. Это, у нас, короче, есть игра, и мне нужно собрать вещи. Мы в поход пойдем. Ой-ой-ой. Знаю я тебя, хочешь вкусняшки и кому-то в гости пойти. Не, ну как кому-то в гости? Просто хочется отдохнуть. Да знаю я таких, как ты. Да, оставайся лучше дома, поиграй в планшете. Не хочу. Все, иди уже. Ну, хотя вкусное можно взять. Бери, уходи. Ты мне уже на нервы действуешь. Давай, иди, иди. Иди, иди. Иди из холодильника. Я возьму. Что? Опять тут каша. Фрэнки. Так, я сказала тебе, мало есть сладкого, поэтому ты должна это заесть кашей. Ну, блин. Я тебе что сказала? Все, пойдем, пойдем. Как она тебя не бесит? Я сама не знаю. Все, пока. Даже дверь закрыли. Ладно, пойду к себе. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайк и смотрите мои видео. Конечно же, продолжение будет. Так, а я пойду пока есть эти вкусные пироженки. Ривер! А-а-а!